как человек, как я могу выразить себя? Полностью и всецело. Все виды знания в конце означают самопознание. Слушай, понимаешь, на самом деле, для меня, ладно, для меня, в конце боевое искусство означает честно выражать себя. Часто люди подходят ко мне и говорят: «Эй, Брюс, ты действительно так хорош?» Я говорю: «Ну, если бы я сказал, что хорош, наверное, ты подумаешь, я обохвалюсь. Если я скажу, я не хорош, ты бы знал, я вру». Ладно, снова будучи искренним с тобой. Скажем так, у меня нет страха оппонента напротив меня. Я очень самодостаточен. И они меня не волнуют. И если мне придется биться, если мне надо будет что-то сделать, я решил, и все, детка, лучше тебе убить меня до этого. Это очень сложно делать. Я имею в виду, мне легко сделать шоу и быть дерзким, и наполниться дерзким чувством. И потом я чувствую себя круто и все такое. Или я могу делать разные смешные вещи, понимаешь, ослеплен ими. Или могу показать тебе какое-то очень крутое движение. Но чтобы выразить себя искренне, не обманывая себя, и чтобы выразить себя искренне, это, мой друг, очень трудно сделать. И тебе нужно тренироваться, и ты должен сохранять свои рефлексы, чтобы когда нужно, они там. Когда ты хочешь двигаться, ты движешься. И когда ты движешься, ты решительно это делаешь, не промахиваясь ни на дюйм, и не даже меньше этого. Если я захочу ударить, я это сделаю, мужик, понимаешь? Это то, к чему ты должен себя дотренировать, чтобы стать единым. Я говорю, опустоши свой разум. Будь бесформен, аморфен, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь в чайник, она становится чайником. Вода может течь или может разбивать. Будь водой, друг мой. Вы еще считаете себя китайцем или уже североамериканцем? Знаешь, кем я хочу себя считать? Человеком. Я не хочу звучать, знаешь, как сказал Конфуций, но под небом, под небесами, есть только одна семья. Просто так случилось, что люди разные.